В Кокчетау прошла ярмарка для людей с ограниченными возможностями. В ней приняли участие почти 50 предприятий. Были предложены вакансии швеи, строители и учителей. Желающих трудоустроиться в регионе оказалось немало. Из 2000 людей с инвалидностью в работе нуждаются 900 человек, в их числе и Зауре Саменова. 10 лет назад девушка получила инвалидность после травмы. Третья группа дает ей возможность реализовать себя. Поэтому она сразу откликнулась на объявление о проведении ярмарки вакансий. Я бы хотела на этой ярмарке найти работу. У меня есть образование швеи среднеспециальное, но по профессии я не хочу работать. Просмотрела некоторые варианты, уже оставила резюме. У нас сейчас задействованы инвалиды третьей группы, уже работают. Порядка 40 человек на предприятии. Имеем возможность трудоустроить еще дополнительно. Человек 20-30. Приглашение отправили 158 работодателям. Из них откликнулось на сегодняшней ярмарке 46 работодателей. Представили они 231 вакансию. Кроме этого, в этой ярмарке участвует наш уполномоченный орган отдел занятости, предлагает активные формы. Это общественная работа организации и молодежная практика. Дополнительно центр занятости,